Ну вот, пока я тянула время, штаны уже сделали, уже получила штаны с ателье. Вот, а здесь мне их подшили очень хорошо. И вот здесь видно цвет штанов, вот такие голубенькие. Вот. Ну, правда, здесь они вообще какие-то отсвечивают, да. Ну, ширина было 3 ладошки, сейчас 2 ладошки. Ну, 2,5. Сейчас мы будем их мерить. Резинку тоже я попросила сделать пошире. Она ее просто перешила, сделала шире. Поэтому сейчас будем мерить. Так. Длина штанов нормально. Хорошо, сейчас вот я встану. Ай-ай-ай-ай. Так, вот я встала. Вот, нормально. Ну, я, конечно, хотела немножко поуже, но, по крайней мере, это лучше, чем было. Ну, как-то так. Вот. Это, конечно, лучше, чем было. Вот, было совсем, но резинка тугая. Резинка тугая, да. Я попросила вообще эту резинку убрать и другую мне сделать, но нет, она ее пошире сделала, но резинка все равно тугая. Может быть, самой просто отрезать да другую поставить. В общем, как-то так. Ну, в целом нормально. Меня видно. Ну, в общем, как-то так. Да? Вот.